С 31 августа по 6 сентября на дорогах Одинцовского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок, пассажир, пешеход». Госавтоинспекторы предупреждают, за детским дорожно-транспортным травматизмом стоят беспечность не только самих детей, а также недисциплинированность водителей. Будьте особенно внимательны за рулем, когда рядом с вами дети. Переходя проезжую часть, пользуйтесь только пешеходными переходами. В темное время суток используйте в одежде света возвращающие элементы.